Итак, то, что нам нужно для салата, это тунец. Ну, самый дешевый, мы его покупали, когда пандемия только началась. Вот решили сейчас использовать, потому что он до декабря 2022 года. Тунец, 2 яйца, лучок для привкуса, для зелени и просто для украшения огурчик. Сейчас покажу, как это все делается. Итак, открываем тунец. Не знаю, какой он тут. Раньше я тоже, по-моему, в масле брала. Да, он подавленный уже такой весь. Сейчас мы его просто выложим на тарелочку. Пару лепешечек. Еще половинку я оставлю на завтра на салат. Солить мы убираем до завтра. Косточка какая-то у меня. Подсолить, конечно же. И яйца. Яйца можно нарезать, можно так вилочкой. Вот тут какая-то все-таки жидкость образовалась. Надо бы ее слить. Яйца я крошу так обычно. Вообще, в другое время другой салат мы делали из селедки, яиц и риса. Форшмак, что ли, он называется. Надо тоже попробовать сделать. Вообще, я салатики всякие люблю. Единственное, что майонез, допустим, в Англии был совсем не такой, как наш по вкусу. Очень кислый, противный. Поэтому я там перестала есть все эти салаты. А так вот салат из тунца я помню, очень любила еще до жизни в Англии. Но тунец я открыла именно в Лондоне. Когда меня брат угостил, по-моему. Сказал, вот рыба, ешь. Ну, я попробовала, мне понравилось. Не уверена по поводу вот этой рыбы. Она все-таки российская, российской засолки, или как это сказать, в общем. И такого, 365 дней, это самый дешевый эконом-класс. Ну, надеюсь, что и эта рыба мне зайдет. Ну, вот так вот перемешиваем, и получается такой рыбный салат из тунца. Также можно сюда добавить майонезика для привкуса. Ну-ка, сейчас попробую. Да, рыбка, конечно, не очень вкусная. С эконом-класса сегмента я тогда ела какую-то английскую рыбку. Ну, ничего. Для пару раз сойдет. Надо просто эту рыбу уже съесть, чтобы забыть, что она у нас была куплена. Запасы. То мы готовились, значит, к пандемии, запасались едой, сейчас к войне. Что будет дальше? Боюсь я загадывать. Вот так вот засыпаем зелени. Немножечко майонеза все-таки накапливаем. Чтобы хоть вкуснее было. А, смайлик такой получился. И пару кружочков очень тонких огурца. Та-дам! Очень вкусный и питательный салат. Подсолить еще чуть-чуть. Ну и пару кусочков хлеба.